Здравствуйте, друзья! Я хочу вам рассказать о выпуске Королевским монетным двором. Годовой набор, который обычно выходит каждый год в начале января. Ходили слухи, что годовой набор 2023 года, выпущенный 3 января, стал самым востребованным памятным ежегодным набором на сегодняшний день. И слухи были правдой. Эти монеты являются самыми первыми монетами, датированными 2023 годом, на аверсе которых изображен портрет короля Карла III. Всего через 16 минут после выпуска спецификации Silver Proof и Silver Pitford годового набора 2023 года были недоступны для заказа на Королевском монетном дворе. А годовые наборы Premium Proof и Proof 2023 также пользовались большим спросом, и их нельзя было заказать на Королевском монетном дворе менее чем через час после выпуска. К сведению, набор Premium Proof стоил 2750 фунтов стерлингов. Годовой набор 2023 года включает в себя две совершенно новые монеты номиналом 50 пенсов. Две монеты номиналом 2 фунта стерлингов и новую монету номиналом 5 фунтов стерлингов. На аверсе каждой монеты из этого популярного набора изображен портрет короля Карла III. И что важно, это первый раз, когда изображение Его Величества можно увидеть на британской монете в 2 фунта стерлингов. Выпуск ежегодного набора монет 2023 года знаменует собой новую эру британской чеканки. Первые датированные монеты 2023 года с изображением короля Карла III. Важно отметить, что на аверсе каждой монеты в этом наборе впервые будет изображен новый портрет короля Карла III, приветствуя новую эру британской чеканки. Первая монета в наборе – это новая монета номиналов 5 фунтов стерлингов, выпущенная в честь 75-летия короля Карла III. Король отметит свой знаменательный день рождения 14 ноября. И это наряду с его коронацией 6 мая, несомненно, сделает 2023 год монументальным для Его Величества. Во знаменование 75-летия Национального центра здоровья была выпущена новая британская монета 50 пенсов. В дизайне представлены лишь некоторые слова, которые можно использовать для описания Национального центра здоровья, такие как самоотверженность, надежда, уважение, сострадание и достоинство. Более того, Королевский монетный двор пожертвует 100% выручки от продажи 50 пенсов благотворительным организациям Национального центра здоровья. А это означает, что часть вашей покупки пойдет непосредственно на оказание дополнительной поддержки персоналу, пациентам и сообществом Национального центра здоровья. Вторые 50 пенсов в наборе отмечают 75-летие с тех пор, как транспорт Ее Величества Империя Виндраш прибыл в доки Тилбери. Корабль стал символом его пассажиров и их последующих поколений, сыгравших ключевую роль в формировании Соединенного Королевства после Второй мировой войны. Монета разработана художником Валдой Джексон. Изображает двух пассажиров корабля на фоне флага Union Jack. Поколение Виндраш относится к людям, которые в период с 1948 по 1971 год были приглашены сменяющимися друг друга правительствами переехать в Великобританию из своих домов в странах Содружества на Карибах, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы в Англии. Первая монета в 2 фунта стерлингов была выпущена во знаменование 50-летия со дня смерти одного из самых известных авторов британской истории Джона Рональда Руэла Толкина, наиболее известный благодаря созданию «Хоббита» и «Властелина колец». Толкин возглавил популярное возрождение жанра фэнтези, что привело к тому, что его назвали отцом современной фантастической литературы. В его честь, в честь его интеллекта и воображения, на этой монете номиналом 2 фунта стерлингов изображена уникальная монограмма Толкина,
окруженная невероятно детализированной рунической полосой, и цитата: «Не все те, кто блуждает, потеряны» в качестве надписи на краю. Последняя монета в наборе – еще 2 фунта стерлингов. Она посвящена столетию локомотива, рекордсмена «Летучий шотландец», построенный в 1923 году на заводе «Донкастер Воркс». «Летучий шотландец» стал первым локомотивом, который официально разогнался до 100 миль в час. Первым совершил кругосветное плавание и побил рекорд самого длинного безостановочного пробега среди паровозов. В дизайне монеты изображен культовый локомотив, а также года выпуска 1923-2023. Его номер – лайнер 4472. Надпись на гурте также гласит «Живите для путешествия».